сегодня 16 сентября 2017 года, суббота. Преступный праздник Патриарха святого Анфима Никомедийского, епископа столичного города Никомедия, где у него было 32 тысячи прихожан, и ни один не отрекся, все взошли на костер. Возвышение холма, это бывшее здание Разиза Подстёпный. Ну, видимо, боялись, что тут Китаю, чтобы не досталось. Как от старого указа, сжечь все тайны в тайге, в избушке. А людей попросили, чтобы японские шпионы не прятались. Ну и вот хлопотали у нас Владимир Устинов, много лет работал на железной дороге. Вот они сделали площадку. От непогоды, правда, не укроешься. Показывает она Барнаула. Сейчас вышел Сергей. Когда-то вот он приехал. Вот он где здесь был. Сейчас я покажу. Я подхожу ближе. Вот он стоит. Я прошел прямо по линии. Посреди линии стою. Вот он стоит. Остановочная платформа Подстёпный. По вкусу, как смородина и крыжовник 210. Сейчас мы его будем. Потом, когда пришел Сергей, он перешел вот эти кусты впереди, кусты. И вот здесь палатку поставил. Палатку тут вот, за кустами, да? А когда вы... На утро. Когда вы вышли, где вы видели? Поехал. Я потом вдоль той посадки пошел вниз туда. Да, возле посадки. То есть да. Здесь нужно было сойти, пойти влево, а вы пошли вправо. Вправо и потом. Потому что маршрутка у вас на руках не было. Не было. Не было. Я сказал сделать несколько копий и читать. Если бы вы считали, сказали, я сошел под стёпку. Допустим, из Барнаула оттуда идет. Куда вышел? Дальше мимо разъезда, там развалили, все увидал, ну и прямо пришел бы. Ходьбы один час, два часа, полтора. А вы двое с половиной суток, 36 часов ходили. Ну и дай бог, чтобы ваши путешествия на этом окончились. Что-то она тут стучит, то ли оторванное что-то или что. Что она там? Да, там. Как ее помню? Стеклопластик. Стеклопластик находится. Пластмасса такая, прозрачная. Посередке там? Да, посередке. Чтобы не продувало. Ну, она продувает. А ну, все. Все, мы садимся сейчас на велосипеды. Поехали по Теряевку. Почти против ветра. Мы маленько в низинку поедем. Проедем через кладбище другой дорогой. Все на этом. Вот. Тут даже сделали, видишь, урны. Кто-то уже бутылочку спроводил. Кусочками вокруг посыпали. Молодцы. Мой поезд идет на Карасук 20:25 по московскому времени. Вот каким я поеду обратно. Приехал я в 12 ночи, ну, почти в час. А сейчас нужно во сколько? А сейчас надо отправляться 20 часов 25 минут отсюда. Из Барнаула? Не-не-не, отсюда. Останавливается поезд, на Карасук идет. Это мне надо. 20 часов отправляется. По Москве? Да, по Москве. Это что получается? Это получается тоже 12-4 часа добавляем, и по местному времени получается 0 часов 25 минут по местному времени. 25 без 25 минут 0. Час. 0. Нет, почему? 20-25. 4 часа это будет. Добавь 3 часа. 23-25. Нет, 4 часа добавлять так. А почему? А с московским временем разница в 4 часа здесь. А кто сказал? Есть. А местное время, это когда стрелку переведут.